радостный. И одежда тоже радостных цветов – белая, голубая, красная. С Пасхой связано множество обычаев и традиций. Это именно та сторона праздника, которая сохранялась даже тогда, когда неявной была религиозная суть. Всегда наши сограждане красили яйца и делали куличи. В первый день Пасхи до сих пор принято посещать кладбище, поминать родных. Строго церковно это не совсем верно. Для того есть вербное воскресенье, есть Радоница, вторник на следующей неделе после Пасхи. Но может этот новый обычай и помог сохранить старые традиции. Всю неделю до следующего воскресенья, Красной Горки, будут идти в церквах праздничное богослужение. Всю неделю вместо привычного «Здравствуйте» говорят «Христос воскресе» и отвечают «Воистину воскресе». Президент России, который годы ее буквально вынесли из огня и спрятали в секретном месте. А вчера ее прилюдно вновь подрузили в Серебряную Раку, где она хранилась с 1694 года. И сегодня же румынские ученые представили свои доказательства подлинности плащаницы. На основе биохимического анализа ими было установлено, что изображение лика Христа действительно появилось на ткани около 2000 лет назад. Оно не нарисовано и не выткано. Новое подтверждение подлинности нерукотворного изображения на плащанице – еще один аргумент для сомневающихся. Истинно верующие в этих доказательствах, разумеется, не нуждаются. На этом наш...